Thank you.
Импровизация, не готовились, не знаю. Молодцы. Замечательно. Это очень профессионально. О сирене. Угу. О сирене. Песня из репертуара Валентины Толкуновой. А его изготовляют только из одного растения. Оно растет на дальних-дальних островах. Ничего, посылай. Да, но это должны быть только юные люди. Хорошо, 100 юношей, 100 девушек отправили на дальние острова, они уплыли, нашли этот цветок. Эти острова оказались японскими. Они отведали, нанюхались, наукрашались и не вернулись. Но себе бессмертие обесмертили. Именно в Японии хризантема стала символом императорской власти. И даже есть такой термин – хризантемовый трон. Ну а сейчас на троне хризантемы Наталья Булатова исполнит самый знаменитый русский романс, и вообще из романса, посвященный этому цветку. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Ну, а интересно, что автор Николай Харита и шумский автор текстов отразили тему бессмертия. Там же говорится о том, что цветок умер, а любовь живет. Понимаете, какая рифмовка? Вот поэтическое сознание отлавливает эти архетипические, мифологические, древние смыслы. Итак, отцвели хризантемы в саду. В том саду, где
Цветочки, они как капельки, как слезки. С другой стороны, удивительный, проникновенный такой тонкий аромат, он вызывает умиление, и поэтому он стал символом Богоматери. И даже есть иконы, которые называются умиление, вот эти вот умиления. Но здесь несколько другая постановка вопроса, Ольга Фадеева Кляйнер написала. Просто весенняя такая радость. Ландыши. Все знают, давайте подпевать. Очень скромные цветы, но они такие милые.
Лауреат каких конкурсов? Международный всероссийский. Спасибо. Спасибо, концерт закончится. Блестящий.